здесь будет, короче. Парни, давайте я вам тачку на обзоры подгоню. Как в Бумере. Бэха, семерка. В принципе, с салоном этой BMW все понятно. Кожа, рожа, все дела, комфортабельность. Ну, пожалуй, на этом все. Перейдем назад. Комфортабельность. В смысле? Своя машина. Моя машина, а чья еще? Покажи. Так он сказал, его машина. Сука. У нас нет 5 косарей. У нас нет. Давай, вали! Козел. Так может, давай рекламу замутим? Вот, видите, вот так вот было, а вот так вот стало. Преобразиться. Да он засрали. Да там чуть. Эй! Зашибись, поработали. Нет времени объяснять, довезешь до города? Ну, до города хоть доедем? Спасибо. Пожалуй, мы пойдем пешком. Пошли. Хватит эти съемки. Друзья, всем привет! Вы уже, наверное, забыли даже, как мы выглядим. Ну и не думайте, что мы сидим на жопе ровно и ничего не делаем. Была проделана огромная работа. Не сделано ровным счетом ничего. Все-таки мы готовимся к большому видосу, который вы уже, наверное, видели по тизерам. И, наверное, представляете, о чем идет речь. Если вы думаете, что это все так просто, и это ни хрена не просто. Ну, сегодня мы решили показать что-нибудь... Погоди, сейчас камеру. Ага, давай. Сегодня мы решили показать, как мы будем снимать... Саня, погоди, батарейки садятся. Где батарейки, Саня? Вот там вот, да поищи вот там. Вот тут в той сумке смотрелся, нет? Это живой олень. Давай в багажник запихнем быстрее. Скотина, какая гриза. Дружище, помоги ковер до гаража докинуть, пожалуйста. Не вопрос. Все, добро. Ковер в гараж повешу, нормально будет. А чего у вас ковер зеленый? Ну, какой у бабушки был, такой есть. Ну а что, какая разница, как что в гараже висеть будет? Надо стенку, там просто дырка в стене. Надо ее брать, наверное, да? Стена в гараже зеленый, ковер зеленый. Все нормально, короче. Странно, пускай. Это Волга? Ты вроде Волга снаружи была. Не похоже. ГАЗ-24? 10? 11. ГАЗ-24-11. Я уже вот вижу.
необычно на красном салоне. На кожаном, красном. Деревянный салон, смотри. Лакированный дуб. Что звук такой необычный? Выхлоп какой-то? Нет, двигатель Toyota. Первый GZ. Да ладно. Волги? Волги? Да. Стоковый двигатель. Автомат. 2,5. Без турбины, атмосферник. 180. 200. С VTI система. Нормально, нормально. Вот так вот. Тормознули. Ну что, по рулежке как? Валит хоть? Да и как валит чуть-чуть. Рулевое Toyota. Все, верю. Блядь. Мне страшно, когда Волга начинает управляться. О, тормоза тоже менял? Да, тормоза тоже. Тойотовские задние. Стало есть в два раза меньше. Ехать в два понятно, раза понятно. Ну вот здесь давай направо. Ага, все, и 100 метров приехали. Капец, туша!